Генри Уорсли, британский путешественник и исследователь Антарктики, погиб, пытаясь в одиночку пересечь Антарктиду. Он не смог дойти до цели менее 50 километров. Свой поход Уорсли приурочил к столетию другой попытки пересечь Антарктиду в одиночку Эрнестом Шеклтоном, который также погиб, не дойдя до цели. Посредством 80-дневного перехода Уорсли намеревался заработать 100 тысяч фунтов для благотворительного Endeavour Fund, патроном которого является британский принц Уильям. В пятницу путешественник направил сигнал о помощи и был доставлен на вертолете в ближайшую больницу в Чили. Пациент поступил к нам с острым перитонитом. В таком состоянии он находился примерно 4 дня. Медобслуживание, которое мы предоставили, было на высоте, но прогноз уже при поступлении был негативным. Генри Уорсли был в пути 71 день, преодолел 1470 километров и уже миновал Южный полюс. Средняя температура воздуха во время его похода составляла минус 44 градуса по шкале Цельсия.